Арт-директор фестивалю «Джаз на Дніпрі» Анна Рускевич зараз у нашій студії, тож маєте можливість дізнатися про останні приготування із перших вуст. Чи все відбувається за планом? Добрий вечір, наші гості. І так, все йде по плану? Да, все идет по плану. Мы уже встретили Дебору Браун. И вот буквально после эфира сразу же я еду встречать Бенни Грина. Так что гости приезжают, артисты готовятся. Но сцена, вы уже видели, возводится. Завтра состоится финал конкурса молодых исполнителей. И это тоже очень интересное мероприятие. Там будут и звезды фестиваля выступать. И наши ребята, они большие молодцы. Я каждый день буквально читаю рецензии членов жюри. А члены жюри – это звезды фестиваля. Вот в том числе, например, вчера вечером Дебора Браун накануне вылета написала мне большое письмо по каждой группе, рассказывая, тут саксофонист, тут пианист, тут вокалистка, ей нужно так сделать или так. В общем-то, подготовка идет серьезно. Но и надо еще не забыть, что те, у кого маленькие дети, в субботу и воскресенье с 11 до часа могут прийти в парк Шевченко. Там будет очень интересная детская музыкальная анимация, которую мы назвали «Дети Днепр джаз». То есть я думаю, что это хороший, у нас в этом году будет хороший джазовый праздник, и я надеюсь, что любителей джазовой музыки станет больше. А кто для деток будет работать? Что там будет? Там будет звучать музыка или там будет живая музыка? Там будет запись или живая музыка? Что конкретно? Там будут преподаватели музыкальной школы, консерватории и аниматоры. То есть там будут музыкальные инструменты у детей, будут игры всевозможные, ну, в общем, и кроме того, ну, я просто не хочу рассказывать все секреты, лучше прийти, да. Даже нет, не завлекать, скорее пытаться увлечь джазом. Увлекать. Да, увлекать. Ну вот в прошлом году фестиваль проходил на День города. Вот мое личное мнение и мнение многих моих друзей, ну вот совпало, слишком была насыщенная программа, да, были другие мероприятия. В этом году, думаю, что правильно сделали, вынесли в отдельную дату. Вот как вы считаете, какие отзывы? Или лучше все-таки это было делать на День города? Нет, ну это, безусловно, осознанное решение. Просто в прошлом году мы сделали это в День города. Можно сказать, что это власти города сделали подарок, в общем-то, нашему городу. Простите за тавтологию. Вот, то есть в прошлом году это было, ну, возрождение после длительного перерыва. И, конечно, как праздник города, фестиваль «Джаз на Днепре» тогда и состоялся. Теперь это самостоятельная единица. И, в общем-то, учитывая, что у нас open-air, мы рассчитываем на хорошую погоду. И хотелось бы, опять же, ну, не устраивать суматоху, когда на каждом буквально площадке идет какое-то интересное мероприятие или концерт. Мы выбрали дату, вот, получается, конец июля, нам кажется, очень удачно. Open-air формат вот, требует, наверное, каких-то правил от зрителей в том числе. Что-то нужно соблюдать. Ну, даже вплоть до дресс-кода, как одеваться, как обуваться, как себя вести, можно ли там курить, где можно будет пить и есть. Вот, расскажите об этом. Ну, во-первых, давайте вообще уже бросим курить. Давайте. В принципе. Все пусть бросят курить. Ну, во-первых, это не модно. Во-вторых, да, в райдерах наших звезд указана зона вне курения. То есть, конечно, на территории будут специальные указатели, таблички, куда гости смогут отойти и покурить, но на самом деле это привычка вредная, и хватит уже. Потерпите. Да, тем более open-air, в общем, да. Единение с природой, с музыкой, курение, наверное, в этом контексте не гармонично. Согласна. Да. Что еще? Но опять же, надо понимать, что если у нас днем 30 градусов или 35, то когда солнце садится в 10 вечера, в 11 может быть холодно. Поэтому я в любом случае советую всем взять или кофточки, или какие-нибудь накидки. Потому что, вот опять же, в сентябре контраст температуры был особенно яркий. Конечно, к вечеру люди замерзли, да. Я надеюсь, что не будет дождя, но на этот случай мы припасли дождевики. Так что, не дай бог, если нам не повезет, по крайней мере, зрители, я думаю, у нас не намокнут. Но, судя по прогнозу, вроде бы должны проскочить. А у нас Монастырский остров очень знаменит комарами по вечерам. Там что-то делают? Травим. Травят, да? Да. Да. Правда? И это что, правда. Можно рассчитывать на то, что можно не наносить на себя там специальные средства? Ну, наносите Шанель. На самом деле, действительно, мы подумали об этом, понимаем, что и если мошки, скажем так, нашим вокалистам будут залетать,
Да, была во время пения, да. И, естественно, не хотелось бы, чтобы зрители на это жаловались. Мы вызвали соответствующие службы, и территория будет обработана. Угу. А что там с едой, с питьем? Опять-таки будет безналичный расчет, насколько я знаю, да, как в прошлом году? Да, нас поддерживает MasterCard и PrivatBank. Спасибо им за это огромное, честно говоря. Я даже не представляю, как бы состоялся наш фестиваль без их помощи. Ну и, скажем, форма безналичных расчетов, оплаты карты, она, безусловно, своего рода гарантия безопасности, потому что, когда большое скопление людей, мы так понимаем, что у нас будет 1000-1500 зрителей, если не больше, то, конечно, лучше не носить бумажные деньги в карманах, а пользоваться карточкой. Тем более, что обладатели карт, которые будут расплачиваться на фестивале, вот, они получат и там розыгрыш призов, предусмотренные нашими вот партнерами, и всевозможные скидки. То есть это выгодно и безопасно. Я поняла. Будут ли мастер-классы от гостей, от участников? Конечно. Ну, во-первых, Майклом Венсом, который, как вы уже знаете, он у нас ведущий. Хвалили в прошлом году, да, по-моему, его был мастер-класс. Ну, Майкл большой артист. Кроме того, всего прочего, он куратор молодежных программ, то есть он проводит лекции в Линкольн-джаз-центре, он большой знаток джаза. И помимо того, что вот сама программа у него очень интересная, вот, он действительно хороший преподаватель. В прошлом году он проводил мастер-класс в консерватории, в этом году выступил фактически с инициативой продолжить. Угу. Попросил большее количество часов, сказал, что хочет развить. В общем, у него большие планы на наших студентов. А, это в субботу в 11:30, а в воскресенье не менее интересный мастер-класс. Там будет сразу 4 звезды. Трио Винсана Буржекса. Винсана Буржекса, может быть, помнят по прошлому году. Он выступал в программе с Риком Маргицей. Значит, Винсан Буржекс, Дэрил Холл, Абид Кальвер. И, в общем-то, звезда этой программы – американский трубач Доминик Фариначи. Вот, то есть тоже люди молодые, интересные, с опытом преподавания, и каждый из них достаточно большое имя в джазе. А я знаю, что секретный гость планируется, да? Это правда? Секретный гость планируется завтра на вечере пирса, на финале конкурса молодых исполнителей. Ну, я же не могу спрашивать, кто это, естественно, интрига. Нет, но вы спросите, я не отвечу. Он уже прибыл или она, я не знаю. Нет, завтра. Завтра прибывает и прямо... А если нет? Это же, наверное, звезда как же нет? Какая-то, нет? Во-первых, звезда. Во-вторых, этим самолетом прилетает еще 20 гостей. Никуда не денутся, да? Нет, будет, но... Кроме секретного гостя, опять же, все члены жюри, это, как я уже говорила, Дебора Браун, Андрей Кондаков, Олег Косько и Ирина Родилис, они тоже будут присутствовать и будут выступать. А как вы с ними договариваетесь? И вот сложные там райдеры у них, там что-то просят такое неподъемное? У кого как. Часть артистов, это, в общем-то, я с ними нахожусь в таких достаточно легких дружеских отношениях. И мы обычно договариваемся фактически на лету. Ну, конечно, если речь идет об группе Пати Остин, это, в принципе, ну, скажем так, я даже не думаю, что в наш город приезжала звезда такого уровня, то, конечно, у нее райдер сложный, и много ограничений, и все это идет строго под подпись. То есть пока мы не обсудили каждый пункт райдера, конечно, никаких решений не принято. Mm-hmm. Вот, то есть там сложно. Джо Ди Франческо тоже достаточно серьезный райдер, но в силу того, коего, видимо, скажем, демократичного склада характера, когда после прочтения бумаги подписания переходишь к разговору, он легко идет на компромисс, на встречу. То есть можно так вот там какой-то дорогой... Ну так вот вообще не стоит ни с кем. Ну все условия выполнимы, да? Выполнимы, конечно. Но все же хотят выступить, поэтому если вдруг мы сталкиваемся с чем-то для нас очень сложным, то мы об этом можем сказать, и тогда артист принимает решение. Переводчики, вот я знаю, что некоторые из гостей там впервые, да, в славянских странах вообще как-то планируется сопровождать, переводить. В частности. Впервые. Ну, конечно, у нас будет работа синхронист, хотя мы в прошлом году заметили, что, я хочу сделать комплимент нашей публике, уже достаточно хорошее знание английского языка в массе. То есть я видела, как артисты со сцены обращались, и не дожидаясь там каких-то объяснений или перевода, публика реагировала. Мы же в этом году будем глубже знакомить людей с джазом, да, наверное, рассказывать больше. Да, и глубже изучать английский, потому что один из ведущих у нас англоязычный, он никаким образом не перейдет ни на украинский, ни на русский.
Вот, так что. Мы тут с вами сейчас рассказываем все подробности. Может, уже все билеты проданы, все уже согласны на любые условия, или еще билеты можно приобрести? Вот очень сложный вопрос. Как вы, опять же, слышали, мы сейчас ставим дополнительную трибуну. То есть, действительно, билеты проданы на 22-е, на 23-е. Я вчера смотрела, они были почти проданы, даже не знаю, какая ситуация сегодня. Но поскольку на остров уже завезена дополнительная трибуна, что-то еще будет в продаже. Только скорость этих продаж... Ну, мы сами же не ожидали даже такого успеха. То есть и нам приятно, что фактически за год нам удалось превратить Днепр в город любителей джаза. Это очень приятно. И, кстати, наши гости, опять же, вот Бенни Грин сказала, что у нас ожидается 1500 зрителей вот в день его выступления. Это для фестиваля любого уровня очень хороший показатель. Вот, то есть... Надо стараться, надо пытаться, что-то, я думаю, еще будет в продаже, я только не могу, конечно, сказать, но опоздать тоже можно. Ну что, уточняем и прощаемся на сегодня, 22-е, или мы приглашаем уже на пятницу вечер? Да, давайте пригласим на пятницу вечер, поддержим наших ребят, потому что они такие молодцы, и действительно очень талантливые ребята, и надо, с ними надо работать, надо открывать двери в другие страны, показывать их, это в общем-то, ребята перспективные. Так что я думаю, что завтра на финале вечера пирса будет интересно, тем более мероприятие совершенно как бы бесплатное для зрителей. Поэтому, в общем, приходите, и дальше понравится. Суббота, воскресенье нас ждет великолепный джаз на Днепре. Да. Спасибо за участие, желаю вам удачи, я думаю, что увидимся на фестивале. Обязательно. Ще раз дякую нашій гості. Анна Рускевич говорила про підготовку фестивалю джаз на Дніпрі.